Очередной интересный велосипед в ремонте. Смотрите, на что это похоже. Мне это похоже, кажется, на дирижабль. Но велосипед такой воздушный, ажурный, но очень тяжелый. Называется он Пикник, City Picnic. Сделан, вероятно, где-то в Финляндии. Очень интересные ручки, офигительные ручки. То есть вот так вот нажимаешь и вот так вот нажимаешь. Все это работает. Монетка Shimano прикольная. Тормоза такие классического вида. Производитель фирма Nopsa. Финская фирма Nopsa выпустила очень элегантный женский дорожный велосипед. Каретка на промах от Shimano. Втулочки на шарах. Какие-то очень старые модели. Маркировка какая-то есть, но непонятно, нечитаемо. И кассета тоже от Shimano. Соответственно, мы ставим сюда новые колеса на промподшипниках. Заднее колесо будет под кассету. Переднее у нас идет под V-брейк. Все замечательно встает. Ну, чуть-чуть там ширина 2-3 мм не соответствует. То есть ширина современных втулок на буквально передней вилке миллиметра на 2, на задней вилке миллиметра, наверное, на 3 шире, чем вот у этих красивых классических винтажных колесиков. Вот такой вот интересный велосипед переделываем мы сегодня.